В 2019 году в Краснодарском крае планируется выполнить капитальный ремонт более чем 800 многоквартирных домов. Уровень собираемости взносов за капремонт существенно вырос. Регулярно оплачивают квитанции более 80% кубанцев. И деньги, которые аккумулируются в специальном фонде, реально работают. Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Славянске на Кубани уже не первый год. Участие в ней дает возможность жильцам многоквартирного жилого фонда ремонтировать инженерные сети, кровли, фасады домов. Славянцы видят, что их деньги реально работают. 25 домов в этом году включены в план ремонта. Ремонт кровель, ремонт фасадов и инженерных сетей. В этом году, значит, 11 домов ремонтируют кровли. На 3 домах системы внутреннего отопления. На одном доме меняется электропроводка. Подрядчики уже все определены, все приступили к работе. Движемся по графику. Городская администрация, исполняя роль технического заказчика, выставляет многоквартирные дома на торги для определения подрядной организации на выполнение ремонта, готовит и заключает договоры и контролирует работу. Жильцы наблюдают за тем, что работа спорится, и это, конечно, их радует. Дом у нас хороший, порядок мы держим. Надеемся на лучшее, что нам сделают и отопление чудесное, что мы будем очень довольны. Сейчас у нас идет замена труб холодной воды и отопления. Работы в настоящее время идут полным ходом. Для этого есть все необходимое. Будут приложены все усилия, чтобы намеченное в этом году было выполнено в срок и с высоким качеством. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».